Порой сбой в системе нужен. Понять, куда же следует идти. Плыть, летать, сидеть, подумав. Да просто жить или замереть на миг. Прислушаться к себе любимой. Побыть в гармонии с собой. И просто, восхищаясь жизнью, любить себя и делать шаг вперед. Авторство ведь жизни наше, и сомнений никак не может быть. Но иногда так, случайно скажем, вот что-то раз и мысль мою сомнит. Конечно, мысли – это такой поток, который не всегда возможно услышать. Своего рода полифонический канон, который может взять и затмить душу. Звучит многоголосие оркестра моей души, а может быть и нет. В круге мыслей, музыкальных нот оркестра ты слушай свой унисон сердца и души.